Окей, с вами Шумики, мы продолжаем бродить по названию исчезновения Итана Картера. Оказывается, мне, короче, знакомый сказал, что я немного дурачок, блять, потому что я не увидел рукоятку, которая нам как раз нужна для дроника вот этого. Автодрезины. Да, для автодрезины. Что она, оказывается, находится на этом берегу моря. Я побегал. Ну, конечно. А как же я бегал? Тогда я сюда аж пробегал. И как я это не заметил? Что, не заметил надпись? Взять. Есть еще второй вариант. Кто-то его завязал, этого мужика, да? После чего, может быть, водитель проехался, отрубив ему вот это ноги. После чего жертва начала убегать, но водитель не знал, что делать. Он как бы взял рукоятку, да, ну типа отвез дальше немного транспорт. Дрезину. Взял камень, в спешке разбил ему голову. Как вариант. Как бы, хотя я надпись могу просто убрать в этом. Давайте вот так где-то. Да, вот так здесь у меня будет такая заставочка. Если что, я буковки просто уберу в этом. О, как, хотя, может, дальше нам уже не нужно. Так, заглушить, поехали. Нам нужно доехать, как я понимаю, до отрубленных ног, да? Подожди. Так, вот канистра. Хоп. Так, что дальше? А, все, да? Сейчас покажут, скорее всего, да, как произошло все. Это что за белая херня? А, я могу двигаться в этот момент. У, да ладно! Кто это? Это, походу, мальчик. Это его дед и... Заметим, что мужик еще в порядке. Не понимаю.
Монать. Он хотел убить мальчика этого Эйтана. Так, больше нету? А, я типа убежал слишком далеко, я понял. Вот это прикольно, это типа дело, где я должен разгадать тайну. Ну, слышу, ты убийца, ты сам виноват, как бы. Так, ишь. Объясните мне, пожалуйста, что мне делать дальше. А, камень, точно! Так, и теперь у нас идет хронология. Скорее всего, сначала... Да. Сколько их всего? 6. Так, это первый, типа, он сначала привязал мальчика. Так, здесь старик уже с камнем, как я вижу. Потом старик взял камень. Подошел к этому мужику с камнем. Въебал его камнем. Ему, типа, он потом проехался, перерезал ему ноги. И в конце концов добил. Тревис, слушай меня. Мы можем уничтожить его. Я знаю, как это сделать. От него нельзя избавиться, Итан. Невозможно уничтожить время. А он имеет им и является. Он вечен. Гейл, дорогая, хотел бы я, чтобы все было иначе. Трэвис, скажи мне, где Итан? Сейчас же. И я даю спасение то, чего он хочет. Чего хочем все мы. Слушай, ты должен понимать и решить того нас. Нет! Подожди, там на дороге ноги валялись? Что-то я не увидел их, на самом деле. Итан, беги отсюда. Бога ради, немедли уходи. Закрой глаза, Трэвис. А я думал, он типа камнем его добил. Короче, какое-то есть проклятие временное. Так, данный свет меня... Ага. Я понял. Камушек, камушек, камушек. Камушек, камушек, камушек. Дедушка, не подходи! Я тоже болен, Нейтан. Я чувствую спячек в своих... Значит, брось... Так, борись с ними. Ворон, извини, Нейтан. Я не могу позволить тебе это сделать. О, нет. Короче, какое-то проклятие на них. На их семье или что типа того. Чтобы не обратно семье Итана против него, дед пытался сопротивляться. Возраст дает иммунитет к вещам, которые подписывает. Он пострадал при помощи... А при помощи усталости? Ненависть с возрастом становится бессмысленной. Вот, стоит там какая-то дамба. О, там какой-то мост, жилище нас ждет впереди.
Нихера себе. Короче, какое-то проклятие, понятненько. Держу в курсе. Окей, что дальше? Дальше у нас ничего. Дальше у нас времечко. 7.75. Старое очень место довольно. Побежали по дорожке. Следующее место. Поезд здесь был бы очень давно. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Огромные куски стороны были разброшены, обречены стать худеющими версиями самих себя. Именно в такой гнили и зарождаются темные силы. Да, там какой-то мост ждет еще впереди. Так, куда мне теперь идти, вопросина? Вопросина, вопросина. У меня стало вопросина. Пока что пока бежим прямо, да? У нас больше ничего не намечается. Так, пошли, блядь, по дороге. Хотя, здесь тропинка есть. Зачем это такие открытые места? Если все равно здесь стоит камень. Типа, место свободности? А? Типа того? Ладно. Так, у нас еще есть какая-то будка. Так, дамба. Я понимаю, что мне идти туда, в город. Здесь у нас. Если идти дальше по ЖД. О. И там у нас еще что-то ждет, какой-то город. Давайте дальше пробежим по ЖД. Так, а здесь у нас беготня по ЖД заканчивается. Добро. Не, игра на самом деле неплохая, если судить именно по внешним. Типа графика довольно пристойная до наших дней, если так смотреть. Есть какой-никакой сюжет, как детектив какой-то расследует дело исчезновения кого-то. Происходит какая-то паранормальщина. Проклятие, которое наложено на семью. Ладно, побежали. Так, теперь она ждет какие-то. Я видел, как люди по-праздному приближаются боль. Так, боль друг друга и сами себя. И на этом становится обстоятельством. Эгоизм, безумие. Короче говоря, если чувства и эмоции, которые можно контролировать, но есть и те, что контролировать нельзя. Так, ладно, что у нас есть тут? У нас есть особняк какой-то внизу и маленький городок. Скорее всего, о, это горелый дом или нет? Подождите, о котором писалось в газетах. Так, у нас еще буточка есть внизу, куда мы тоже сходим. Там тропинка куда-то есть, в какую-то пещеру или что-то типа того. Так, ладно, у нас есть два дома. Окей, погнали в эту сторону. Так, FPS, конечно, немного просел.
Рассчитать. Так, я взываю к бескостному. Порождение безумной, уничтоженная суть так. Уничтожителю судеб. И грозе ветров, услышь меня. О, великий князь Факалор, я хочу заключить договор, чтобы врагов моих посрамить и иметь свою защиту. Пусть же двери спят в зуток. Смятение взор их затянет. Затмят, блядь. И пусть ложь и тайна им путь преграждает. И лишь тем единицам позволит ты пройти, кто знает, где истину на пути. Эглостайр, Тварштей, Эдануль. Короче, это... Я не знаю, почему третью не перевели, ну ладно. Так, разрушенный дом. Чердак. Неправильно. Ну, поехали. Так, ну с этой комнаты я угадал, да, получается? Идем тогда на нижнюю комнату. А, нужно каждый раз считать. Подожди, я должен, то есть, запомнить расположение комнат еще. Да уж. Так, получается, здесь коридор у нас. Так, здесь коридор. Лестница на второй. Так, я видел ту тумбочку. О. Так, ну типа я восстанавливаю комнату, да? Восстанавливается дом. Так, ладно, что наверху? А, то есть... Я понял. И мне так заново приведется каждый раз? Так, с тумбочкой. Ладно, проход. Тумбочка. Так, там есть окна, подождите. Тут есть окна. Вот такая, да? Хорошо. Дальше угадать с этой комнатой. Хорошо, здесь комната со стулом. Так, здесь может быть...
скорее всего. Нет. Вот это комната. Ё-моё. У меня всего лишь две попытки на ошибку. Так. Так. Что здесь? Так. Здесь так. Это у нас первый этаж. Это чердак. Стой, есть чердак, оказывается. Ох, ты ж ё-моё. Так, здесь по-любому чердак, да. Так, давайте дальше думать. Нужно отсюда, с этих комнат, смотреть. Так, первый этаж. Это первый этаж. Ага, тут кухня. Добро. Так, у нас остается еще три комнаты. Черт. Сложно, сложно. Так, здесь кухня. Ага. Так, чердак. Да точно, подожди, тут есть выход, тут есть окно. Тут прохода нету. Хотя... Есть тут, подожди. Стул, кресло. Так. Еще где не изучено, подожди. Здесь все изучено. На первом у нас. Что? Так, здесь все есть. Здесь все есть. Хорошо. Проход? А, это точно нет. Это нет, это нет. Вот это да. Это нет. Это нет. Это да, хорошо. Это нет, это нет, это. Да ладно. Какое-то алхимическое место. Вот так пойдешь. Там сверху название будет. Около свечки. Серия. Прочитать. В одном старом доме жил колдун, который изготавливал зелье, позволяющая ему видеть будущее. Однажды к нему пришел житель деревни и потребовал зелье. Мы можем хоть... Так. Мы тоже хотим видеть будущее, сказали они ему. Но колдун отказался,
отказал им. Разъяренные жители деревни сожгли дом колдуна. Она узнала, что это случится. Он заранее заколдовал свою комнату с зельями. Дом сгорел дотла, но комната осталась. Сельчане ждали, что колдун выйдет, но он так никогда и не вышел. Почему ты стоишь там? Шпионишь? Нет. Ага, конечно. Что, черт возьми, с тобой происходит? Чат говорит. Ничего. Тебе стоит остаться в своей глупой сказочке. Они все раздражают. Да. Вот это колдун, видите? Вагонный аппарат сделал. Пожар помог обнаружить самогонный завод. Дейл Юсефсон. Карикатуру они сошли, да, вот этот. Округ Бейфилд во время борьбы с лесным пожаром, возникшим недалеко от Олд Огрен Роунд, члены добровольческого пожарного департамента Эшленда обнаружили самогонный завод. Власти сообщили, что на месте была найдена пропавшая печь и 15-миллилитровый котел из нержавеющей стали, который использовался для производства самогона. На основе найденного окружения шерифа Хэн Шефель пришел к выводу, что это была малая контора, мелкая контора, но не исключает, что в округе могут быть другие самогонные заводы. НАСА запустила спутник АТС-6, Associated Press. Мы с Канаверал, Флорида. Сегодня во Флориде НАСА запускает первый в мире научно-образовательный спутник, благодаря которому США получало значительное преимущество в области телекоммуникационной технологии. АТС-6 был транспортирован научно-образовательной программы в несколько стран, включая Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, Канаду, Индию и Австралию. НАСА утверждало, что спутник будет находиться в постоянном контакте с Землей на протяжении 5 лет. В одном старом доме жил... А, ну это как раз то, что мы прочли, ладно. Так, да уж, вагон и самогончик открыть. Ну, ребят, мы с вами теперь понимаем, что никакого места колдуна нету, и в шкафу всего лишь находился вагон и самогон. Да. Правда заключается в том, что не было никакого колдуна. А зелье, которое он видели, жители хотели видеть будущее, это ту алкашку, которую он создавал. Окей. Так, и что у нас выходит? У нас еще есть... Может, в этом доме как раз мы и ходили с вами, именно во время телепортации? Так, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны есть. Лифт. Но он, походу, не рабочий. Так, могу я в этот дом попасть? О, слушайте, кажется, я в дом могу этот попасть, оказывается. Так, есть тропинка. Вон он. Это как раз тот же дом. Вы поняли, оказывается, мне нужно было сюда по факту прийти и запомнить все комнаты, которые здесь были. Ёлки-палки, ну кто мог знать? Ну ладно. Зато мы с вами и так разобрались. Считаете? Люди приходят сюда по многим причинам. Они хотят спросить меня о будущем. Я могу видеть будущее, но интересует меня прошлое. Если ты хочешь отыскать мой дом, то должен ответить на пару вопросов, которые я задам тебе. Смерть?
приносит покой или страдания. Предпочел бы ты... Так, неистовной славы. Нет. Чувствуешь ли ты превосходство, когда твои слова причиняют боль? Ты соглашаешься на это? Ты ведь знаешь, что больше не вернешься. Что происходит? Предательство. Так, предательство ли? Совершено из-за неравенства или несправедливость? Грех идет от сердца или от разума? Прочитать. Так, на берегу реки сидела красивая женщина. Подошедшая ведьма сказала, что у женщины будет ребенок. От радости женщина начала плакать. Вскоре ее радость обернулась страхом. Она плакала и не могла остановиться. Страх обернулся печалью. Женщина продолжала плакать. Она плакала несколько бессонных месяцев, пока не родился ребенок. Слезы состарили женщину. И она перестала быть красивой. Когда ее сын повзрослел, он забрался на гору и пришел в дом ведьмы. Он попросил сделать ее маму снова красивой. Ведьма задала мальчику много вопросов. Услышав ответы, она сказала, что солгала его матери о ребенке. Мальчик исчез, его мать снова стала красивой. Итак, смысл жизни в чем? Просто постарайся память, перестань жить в своих мыслях, живи реальностью. Люди реагируют именно на это, на реальность. Миссии, скорее всего, мать. Записка от матери Итана. Итан, солнышко, прости, что накричала на тебя. Я хочу, чтобы ты сохранил эту записку и читал ее каждый раз, когда я выхожу из себя. Ты ведь знаешь, я говорила несерьезно. Ты мой сын, мое солнце. Просто перестань... Так, витать в облаках, ладно? Ясно. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.